папа, мама, я – счастливая семья. К сожалению, мама с папой поссорились. Мы больше не счастливая семья. А у меня теперь появился отчим. Это Макс. Мы заживем одной счастливой семьей. Правда здорово? Привет, папочка. Привет, мое солнышко. Как ты там? О, у тебя новый единорог. У нее новый папа. Звонок окончен. Тебе уже пора спать, детка. Время позднее. Оставь компьютер до завтра. Да. Нет. Я хочу сейчас. Ну, ладно. Попрощайся с папой, Элли. Вот, ты получишь ключ от компьютера завтра. С днем рождения, детка! Задувай свечи и загадывай желание. С днем рождения! Я открою. Ты? Привет. Я пришел поздравить дочку. Нет. What? Сегодня четверг, а твой день суббота. Я ей передам твой подарок. Пока. Этот подарок слишком хороший. А вот и твой подарок. От отчима. Тебе нравится? Да, хорошая кукла. А это подарок от твоего отца. О, апельсин! Это самый лучший подарок в мире! Я о нем мечтала. Обожаю апельсин. Да? Серьезно? Вау! Упс. Сейчас я только вытру колу. Не могу дотянуться до губки. Зато медведь под рукой. Мой Мишка! Его подарили мне родители, а ты его обидел. Да, все с ним хорошо. Мы с Мишкой уходим. Привет! Добро пожаловать в наш клуб виртуальной реальности. Надевайте очки и отправляйтесь в увлекательное виртуальное путешествие. Давай, Макс, попробуй. Ну уже, смелее. Ребенок настаивает. Расслабьтесь и наслаждайтесь. О, папочка! 3, 2, 1. Полетели. Вот ваш личный космолет. Папа в деле. Еще удар? Да, папа снова победил. Обожаю эти комиксы. Смотри. Вау, это круто. Оу, прошу прощения. Ну сколько можно? Там вообще занято? Что? Эй, парень, тебе давно пора выходить. Где я? В этом году я попрошу у Санты самый лучший подарок. Смотрите, что я нашел. Мой прошлогодний носок. В нем до сих пор есть конфета. О, как это мило, Макс. Ага. Ее еще можно есть? Ты испортил мое письмо Санте. Теперь Санта не придет. Ну, Макс. О, это Санта. Кто там? Санта-Клаус! Я знала, что ты придешь. Подвинься, Элли. Я разберусь с этим бородачом. Санта-Клаус! Наконец-то ты пришел.
Идем, я покажу тебе все свои игрушки. Ты хочешь послушать мои желания? Скорее покажи, что ты принес мне на Новый год. Это коробочка для меня? Я так и знал. Интересно, что там? Внутри еще одна коробка. Тоже для меня. Оставлю тебя с подарком наедине. Вау! Это лучший подарок, спасибо! Коробка в коробке. А там еще одна коробка. И еще одна коробка. Наконец-то мой подарок. Что? Это уголь? Санта! Элли, прекрати играть с этой трубкой. Ну все, мои нервы не выдерживают. Я заберу подальше весь этот антистресс. Фух, наконец-то тишина. Я знаю, где взять самый большой поп-туб. Вытащить из-под раковины. Элли, я возьму эту трубу. Сантехника вызывали? О, а вот и поломанный трубопровод. Я разберусь. Подвиньтесь. Купился. Это я, доченька. Папочка! Только тише. Положим сюда ноги сантехника. А теперь можем играть. Хорошо, когда работают профессионалы. Да, я выиграла! Ну все, я закончил. С вас $50. Спасибо за работу. Эй, вы забыли свои ноги? Странно. Костюмированная вечеринка! Макс, можно мы пойдем на вечеринку? Вот билеты, пожалуйста. Ну хорошо, идем. Это здесь? Привет, добро пожаловать на вечеринку, проходите. Оу, да тут все в костюме охранников. Совсем как у тебя, Элли. Элли, ты где? Элли, это ты? Простите, Элли? Нет, обознался. Прошу прощения, извините. Элли, где же она? Принцесса, хотите чашечку чаю? О, какое удовольствие. Проходи в кинозал, девочка. А вам нельзя. Этот фильм разрешен только детям до 18 лет. Подождите на диване, сэр. Что? Впервые слышу о таком ограничении. Пап, какой классный фильм! Спасибо, пап, все было здорово. До встречи. Макс, просыпайся, нам пора домой. Я уже опаздываю. Где молоко для кофе? О, спасибо, детка. Что? Эй, малявка, чё ты шастаешь по моему коридору? Что? А ну прячься в шкафчик, я кому сказал? Минуточку, какие-то проблемы, парень? Я вас понял, сэр. Прошу прощения, я больше не буду. Вау, ты мой защитник! Спасибо, Макс! Макс, смотри, я нарисовала тебе рисунок. Ты и я. Мы теперь друзья. Это я? Правда? Спасибо, детка. Какой красивый рисунок. Я тоже тебя люблю. У меня для тебя сюрприз. Папочка! Привет! У меня для тебя подарок. Это пупсик-боксер. Он будет тебя защищать. А я дарю тебе пупса-повара. Он будет о тебе заботиться. Теперь у меня в два раза больше отцов. Пиши в комментариях, кто тебе понравился больше. Настоящий папа или отчим Элли?